Всем привет! Очень рада вас видеть на своем канале. Это будет немножко такой нестандартный для меня формат. Нас просто пригласили на день рождения, и, соответственно, я уже помылась, надо собраться, там, накраситься, сделать укладку, выбрать, что надеть. И я подумала, почему бы не заснять просто видео, как я всем этим занимаюсь. Наверное, это будет похоже на формат сейчас, вот этот модный Get Ready With Me. Так что давайте начнем. В первую очередь, конечно, я больше люблю, когда волосы подсыхают естественным путем, и после этого они как будто лучше лежат. В плане ухода у меня ничего не меняется. Сначала это тоник Clarins для жирной кожи. У меня просто в ванной ужасный свет, поэтому я снимаю здесь. Крем для глаз тоже Clarins. Прям очень-очень легкая увлажняющая эмульсия. Вот только после этого крема, мне кажется, у меня особо не блестит лицо. И тоже мой всегда любимый крем для тела. Так, мне жарко, надо переодеться. Дальше волосы. Они немножко подсохли. Я люблю больше носить масло на влажные волосы. И у меня тоже, как всегда, Гизу. Мне оно очень нравится, такое плотное. Я же еще попробовала сейчас первый раз шампунь от Davinus. И пока он мне прям очень понравился. Во-первых, от него вкусно пахнет. Он прям очень свежий, что классно летом. Во-вторых, он очень хорошо пенится, гораздо лучше, чем Kérastase. И я обычно покупаю маски для волос, а не кондиционеры. И маска прям была такая плотная, после нее волосы смываешь прям шелковистые. В общем, пока классные впечатления. Еще я забыла сказать, что я подстриглась. Наверное, мало что заметно. Но мне сделали стрижку каскады, теперь очень много таких коротких прядей. Такие стрижки как раз обычно идут, когда волосы волнистые, объемные. И как раз я говорила, что у меня это вечная проблема, я похожа на Хагрида, у меня волосы высыхают вот так. А если стрижка каскад, то она спасает от этой проблемы. Стриглась я, если что, как всегда, в моем любимом салоне, моей любимой девушки в Део, прекрасного мастера Екатерины. Она, правда, очень-очень приятная. Вообще, чем больше пользуюсь Дайсоном, тем больше он мне нравится, правда, это восхитительный фен. Так много всего можно с ним сделать. Не знаю, хочу ли я крутить сегодня локоны, поэтому высушим и посмотрим, как оно пойдет. Так теперь выглядит стрижка без укладки. Ну, то есть видно, что волосы, они спускаются вниз, а они создают такой красивый треугольник. Ну что, просто возьму пока эту насадку и попробую их немножко вытянуть. Вот, что у нас получилось. Мне, в принципе, нравится. Это выглядит просто, как будто волосы решили лечь так самостоятельно. И вообще стрижка мне очень нравится. Как будто появилось больше легкости. Еще я ведь люблю постоянно их перекидывать на бок. И они тоже выглядят более живыми, когда так делаешь. Кстати, вердикт по шампуню.
очень классно. Волосы рассыпчатые, мягкие, но при этом все равно объем есть. Так что. И наша следующая остановка – это макияж. Я выкрасилась 1000 лет назад, по-моему, последний раз на свой день рождения. Вообще, когда лето, я обычно не пользуюсь никакими там тональными средствами или консилером, только если я хочу точечно что-то замазать, потому что я так загорелая, и мне кажется, это придает достаточной свежести лицу. Единственное, что я всегда замазываю, это немножко губы, потому что мне больше нравится, как потом выглядит карандаш, когда я их обвожу. Кстати, я прошу прощения, на прошлой неделе не было видео. Это такое, к сожалению, у нас было стечение обстоятельств. Я запланировала, там должен был быть классный, насыщенный день. Но у нас приболела собака, да? Но сейчас она себя уже прекрасно чувствует. Вместо съемки мы с ней сидели у ветеринара на капельнице. Следующее — это брови. Мне тоже больше нравится их просто подкрашивать карандашом. Раньше я пробовала разные гели, но мне кажется, они не совсем подходят моему лицу. Поэтому просто карандаш. Так будет явно удобней. Что-то я совсем забыла сказать. Просто в плане косметики, если мне что-то нравится, то я потом буду пользоваться этим годами, ничего не менять. И это карандаш от Catrice 020 для бровей и консилер Maybelline. К сожалению, я не вижу здесь номер. Дальше у нас тени. Тоже теперь просто любимая палетка. Я хочу попробовать сейчас накрасить тени чуть не так, как обычно. Чаще всего я просто крашу вот эту часть и чуть-чуть захожу в уголок, а сейчас я хочу просто накрасить вот этот уголок и снизу вот этим вот цветом. То есть в теории это должно делать глаз более глубоким. Чё? Так? Двинула свое лицо. Ты такая фотогеничная. Ну и плюс у меня всегда тени, они очень светлые. То есть мне не нравится, когда там smokey eyes. Это слишком темно для меня. Из-за того, что я очень редко крашусь, мне даже сейчас кажется, что уже очень ярко, а вам может показаться, что ничего не изменилось. Вообще, моя любимая — это как раз всегда наносить тени под глаза, потому что это как будто создает эффект, что синяки становятся менее заметными. Дальше у нас идут стрелки. Хочу сегодня свой самый любимый, самый дешевый карандаш Гурмандис коричневый. Мне кажется, я свои классические стрелки могу нарисовать даже закрытыми глазами уже за столько лет. И тоже мне всегда больше нравилось красить стрелки где-то от середины глаза, потому что как будто это их немножко удлиняет. Тушь Maybelline. С
самое обидное из-за того, что я редко крашусь, я покупаю тушь, и такое ощущение, что она уже, не знаю, на мое четвертое использование становится непригодной. Мне никогда не получается накрасить ресницы и не испачкать веки, поэтому я уже привыкла и просто потом все вытираю палочкой. И потом просто немножко подкрашиваю стрелки, если нужно. И мое любимое – это накрасить губы. Постараться сделать их в два раза больше. У меня есть вот такой вот огрызок. Это карандаш для бровей. Я даже не представляю, что это за фирма. И вот сейчас я крашу губы им. Вообще, по-моему, я покупала этот карандаш подружке. Там тоже рублей за 200-300. И это был прекрасный карандаш. Да, они стали, мне кажется, в 10 раз больше. В принципе, на этом все. Я обычно не пользуюсь ни контурингом, румяна тоже особо не нужны, когда ты загорелый. Единственное, кстати, я раньше очень любила, как раз когда я работала в ресторане, делала себе контуринг лица и все такое. Был классный такой лайфхак. Это, в принципе, данные тени похожи на контуринг, и можно наносить их на... вот эту часть носа, и он от этого визуально выглядит меньше, как будто он более курносый. Да, я думаю, с макияжем все, и осталось определиться, что сегодня надеть. Так, есть два варианта. Есть вот такая красивая юбка, она вся разноцветная, и сзади еще у нее красивый синий цвет, и ее можно было бы в теории надеть с каким-нибудь топом, белым, наверное, либо вот такое короткое платье, его, конечно, надо погладить. Ой, что-то я не знаю. Вообще обидно, я это платье надевала всего лишь... Да, по-моему, я его два раза надевала, а эту юбку один на свой прошлый день рождения. И если что, я уже забыла, я сказала или нет, это юбка из Зары и платье тоже из Зары. Юбку покупала год назад, платье два года назад. Да, наверное, будет не так жарко в платье. В общем, сейчас его погладим. У меня же еще нет гладильной доски. При этом откуда-то у нас есть чехол. Я не знаю, откуда он. Я ненавижу гладить. В принципе, оно льняное и все равно станет мятым через минут 5, поэтому можно уже не стараться. Прервемся на приятные хлопоты. В доме до сих пор нет нормальных ножниц. Вот этими маникюрными стригу волосы, обрезаю цветы. Мне кажется, я им скоро дом уже построю.
платье у нас выглядит вот так. И я надену под него свои розовые каблуки, которые я тоже надевала, наверное, раза три. Вот такие каблуки. Мне как раз нравится, когда что-то нейтральное, и при этом есть яркий элемент. И вот такая сумка, я ее покупала в Таиланде, там где-то за 250-300 бат. И мне кажется, должна хорошо тоже смотреться. В общем, такой у нас получился финальный образ. Очень надеюсь, что вам было интересно, что видео вам понравилось. Я буду очень стараться не пропадать, и до новых встреч. Пока-пока.